Це можна не тільки грошима і речами, але і кров'ю. Украинские спортсмены приняли участие в акции «Краплина крови. Життя людини». Ее задача не только собрать кровь, но и сделать донорство популярным. По статистике, каждый третий житель Земли нуждается хоть раз в жизни в донорской крови. Украина – это та страна, где присутствует ее существенный дефицит. Не зря акцию организовали именно сейчас. Многие люди еще в отпусках. Потому собрать необходимую кровь летом очень сложно. Я решил откликнуться на эту акцию, потому что не хватает здоровой крови. Немножко даже страшно. Страшно не всем. Некоторые делятся своей кровью и при этом улыбаются. Кому-то не очень хорошо, но ни один донор не отказался от участия в акции. И говорят, да, действительно, а наша кровь поможет? Я говорю, конечно, поможет. И они говорят, хорошо, доктор, мы в следующий раз еще придем и будем помогать больным. Благородная миссия выполнена. В проекте приняли участие около 80 добровольцев. Они подарили киевским медицинским учреждениям почти 26 литров крови. Нас заверили, эта кровь поможет многим.